Здорово, в этом видео мы поговорим о Minecraft Legends. Долго я молчал об этой игре, так как информации было ну прям совсем мало, но сейчас я готов полностью заявить, что игра просто порвет все магазины Microsoft и Xbox. Она выглядит офигенно, я уже предзаказал ее себе, своим друзьям и даже не друзьям, потому что Microsoft заслуживает получить прибыль с этого шедевра. Естественно, все не так красочно, но на этот раз давай уже по порядку. Итак, 2018 год. Microsoft принимает решение создать абсолютно новую, не похожую на прошлые проекты, игру во вселенной Майна. Из всего спектра идей они решают сделать игру-стратегию в жанре экшен. Честно, уже никакого доверия не вызывает, хотя я думаю, любое решение в любом направлении кажется днищем, ведь Майнкрафт логично, это Майнкрафт, это песочница. Ну ладно, не суть важно, сразу как только игра стала разрабатываться, была проблема в маленьком количестве разработчиков. Естественно, как же эта проблема не могла возникнуть, ведь Microsoft это те самые любители получить так много, отдав так мало, но на этот раз проблема решается гениальным способом. На создание игры подсаживают разработчиков из команды BBI, подчеркивая, что у них богатый опыт разработки в играх, особенно в жанре стратегии. Ну и собственно, вкратце говоря, весь их опыт это создание таких же стратегий спин-оффов к другим играм. Некоторые их игры вообще демонстрация, где по сути и геймплея нету, и самый их лучший проект это Homeworld, который получил достаточно много положительных отзывов, но на этом их заслуги все. То есть весь богатый опыт это по сути несколько не очень популярных и интересных стратегий один достойный проект. Скажу честно, у меня это вызывает некоторые сомнения по поводу качества, и это я сказал очень мягко. А, мы даже не перешли к самой игре. Ха, а что там происходит? Пожалуй, пусть лучше ситуацию для начала опишет Золтан. Говно. Спасибо, теперь к трейлеру. Я, естественно, не могу как-то утрировать насчет геймплея, но вот насчет визуальной точки зрения я просто не понимаю, что за месиво здесь происходит. В начале первого трейлера нам показывают нормальную адекватную картинку со своим стилем, но как только показывают, как выглядит игра, ты сразу же погружаешься в дизайнерский ад. Во-первых, почему у некоторых мобов и блоков есть закругление на углах, а у других их нету? Почему контуром выделяется все и даже трава, которая сбивает с толку и не дает концентрироваться на том, с чем можно взаимодействовать? И что это за разношерстные выпердыши в виде эффектов? Если в любой другой игре во вселенной Майнкрафта был свой какой-то стиль, то в Minecraft Legends его послали далеко и надолго. Некоторые эффекты, блоки, частицы просто не связаны между собой, и как в Хайтелле что-то имеет большее разрешение полигонов, а что-то меньше. И естественно, конечно же, это говнище к релизу не исправится. Да, будут какие-то изменения в каких-то визуальных багах или ошибках, но стиль останется тем же. Что еще хотелось бы выделить, это то, как разрабы подошли к лору игры, и тут самое интересное. Главными злодеями игры являются пиглины, они выскакивают из ада и ходят по обычному миру, как нормальные обыватели. Не, ну а вы чё думали? Ладно, фиг с ним, какая разница, если эти пиглины быстро получат люлей от зомби и скелетов, которые помогают игроку? Да и не важно, что у них есть шанс появиться в аду, и что они по сути нежить, горящая на солнце, вообще какая разница, мы тут историю как бы рассказываем, а ее можно приукрасить. Именно так Blackbird это и оправдывает. По факту это спин-офф Майнкрафта, и что это значит? Это значит, что разработчики могут не придерживаться ни лора, ни механикам, вообще ничему, связанным с игрой. Остается тогда открытый вопрос, зачем вообще эта игра? Тот же Minecraft Dungeons и Minecraft Земля, хоть и не идеальные игры, но они так или иначе были частью Майнкрафта, вот даже мобов из них на голосование добавили. Они пытались придерживаться банальных принципов и правил игры, чтобы игрок получал новый опыт, но в той же вселенной. Ну а в Minecraft Legends можно пиглинов заменить на орков, существ из реального мира на эльфов, и ничего ровным счетом не поменяется, так как опять же ничего от Майнкрафта Blackbird не взяли, кроме самых очевидных вещей. Ну и конечно же, как вам не напомнить про то, что монетизацию на ютубе отключили, и вот уже больше года я делаю ролики практически бесплатно, чисто на энтузиазме. Если у вас есть желание поддержать меня, то можете задонатить, как это уже сделали такие прекрасные люди, как Шумет, Мемный Профилактик, Аренд Хато и Валкофью. Огромное вам спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете задавать их там, отвечать я буду в своем телеграме. Ссылка на телеграм и донат в описании. Все это чудо должно уже выйти в 2023 году, так сказал Деннис Рис, продюсер Mojang. Кстати, подмечу, у него очень много общего с Гусейном Гасановым, ведь ни хрена не ясно, кто это, блин, такой. Он рассказывает о том, как они придумывали эту игру еще в 2018, но при этом инфы о его существовании не было, появилась она только сейчас, о нем даже не написано в Википедии. Остальные разработчики из Mojang, которые якобы помогают Blackbird, на самом деле ничего по игре никогда не говорили, и понятное дело, что нам об этом говорят, потому что хотят дать игрокам уверенность на то, что проект получится годным. Но, к сожалению, уверенности такой нет. Чтобы вы понимали осведомленность разрабов, все челы, которые рассказывали про Minecraft Legends в этом видео, были вообще наняты из других студий, ну, кроме Джеба, его пригласили просто рассказать о его модной футболке. Из хорошего тут только чувак, который был геймдизайнером Just Case и Rage 2, и для игры именно он является креативным директором, который решает, ну, вообще все. Получится ли у него сделать годный проект, не зная тонкости оригинальной игры, это мы уже узнаем на релизе, хотя и сейчас есть что сказать. Игра, по крайней мере сейчас, выглядит ужасно и сюжетом особо не блещет.
Хоть и видно, что разработчики хотят внедрить в игру мини-историю, чтобы она логично ложилась, но камон, чел, у вас зомби сражаются за игрока, какой тут сюжет? За 4 года прогресс мы особо и не увидели, и такое чувство, что те самые 2 минуты футажей разрабы и могут показать, потому что твердят нам одно и то же. Игра в жанре экшен-стратегия с открытым миром, мы хотим дать игрокам новый опыт, у нас идет приукрашенная история, и так каждый раз, когда речь заходит об игре, как будто ничего нового они рассказать не могут. Игра будет делаться еще целый год, и пока она готовится, разрабы из BBI обещают нас радовать контентом и подробностями по игре. Вот от таких проектов так и хочется назвать нынешнюю ситуацию с Майнкрафтом не самой лучшей и вспомнить о том, как же хорошо было раньше в игре, когда игру разрабатывал Notch. Хотя уже в который раз я убеждаюсь, что все было не настолько однозначно, и подробнее я разобрался в ролике, который вы видите на экране. Ну а пока, пока.